Попробовать себя в роли рыцаря. В Судаке с 1 по 16 августа пройдет международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». В этом году он состоится уже в 15-й раз. Жители и гости республики смогут окунуться в атмосферу Средневековья, насладиться театрализованными постановками, конкурсами костюмов и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль «Генуэзский шлем» за 15 лет уже успел стать брендом Крыма. Территория старинной Судакской крепости на время становится пространством праздника рыцарей, даря незабываемые эмоции. Этот год не станет исключением. Посетители ждут красочное театрализованное зрелище, конкурсы костюмов, мастер-классы и массовые рыцарские сражения и поединки. В этом юбилейном году, помимо традиционной программы, гостей ждет сюрприз. То, что у нас есть нового, вот очень хорошая ювелирная мастерская приедет. Там они работают, конечно, то есть с недрагоценными металлами, но при этом они полностью показывают процесс, начиная от изготовления заготовок и заканчивая полностью вот готовым изделием. То есть это кольца, это кулоны средневековые. В разные времена крепостью владели византийцы, хазары, итальянцы и турки. Сегодня ее штурмуют только туристы. И для того, чтобы увеличить их количество, в профильном министерстве собираются и дальше развивать событийный туризм. Событийный туризм – это инструмент для расширения рамок курортного сезона, для привлечения новых потоков туристов. И мы сегодня ведем работу, чтобы в каждом туристическом регионе проходили свои фестивали, которые как раз и отражали бы самобытность территории. Фестиваль пройдет с 1 по 16 августа. В нем примут участие около 400 человек из разных стран. Анастасия Солейник, Андрей Псом. Время новостей.